Всем огромный привет! Хочу сегодня поделиться снова своей радостью. Сегодня я получила посылку. Посылка была не только мне, но и Максимке. Посылка пришла от Оксаночки Александровой. Оксана живет в Новом Уренгое, очень-очень далеко от меня. У них до сих пор холодно, всего плюс 3 градуса, и время от времени идет до сих пор снег. То есть они еще ни почки у них не распустились, ни зелени еще нет. Так что, Оксаночка, огромный тебе привет от нашего солнечного Переславля. У нас солнце светит, сегодня плюс 35 было. И я очень-очень хочу, чтобы это солнышко попало и к вам, на вашу северную землю. Радости нет предела. Многим очень тяжело смотреть у меня посылки. Некоторые заходят только для того, чтобы поставить минус за то, что я получила очередную посылку. Но... дорогие мои подписчики, гости, я все равно буду показывать, если мне присылают подарки, я скрывать не буду, я все равно буду показывать и говорить огромное-огромное спасибо тем, кто посылает. Я не знаю, почему мне девочки шлют так много подарков, мне очень-очень неудобно бывает перед ними, но тем не менее постоянно есть те, кто и адрес просит, кто-то... у кого-то узнает мой адрес и посылает. Ну, я не могу ничего с этим поделать. Когда я могу отказаться, я отказываюсь, но если настаивают, я все-таки адрес даю. Такое небольшое отступление. И хочу пригласить остаться со мной только тех, кто действительно радуется со мной и кому приятно смотреть такие подарки. Ведь это кем-то куплено, и если мы любим смотреть покупки, я думаю, что... какая разница, я это купила или мне подарили, когда подарок – это больше радости. Тем не менее, мы смотрим как бы покупки, да, продукты. Ну ладно, больше не буду томить, это я немножечко так отвлеклась. Давайте я вам покажу, что же мне прислала Оксаночка. Это очень-очень теплый, светлый человечек. На самом деле мы с ней уже на протяжении определенного времени подружились и дружим ВКонтакте, общаемся. И уже достаточно хорошо знаем друг друга. Первое, что было, это вообще чудо такое. Это было от Mary Kay. Вот такая вот сумочка-косметичка. Вот тут вот прямо любовь написано. Есть вот так, если боком посмотреть, ручка. Вот такая вот дорожная косметичка. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот так она открывается. Здесь крючочек, который тоже отстегивается и можно вешать уже на стену. И посмотрите, какие отделения. Отделения в 4 штуки. Отделений. 4 штуки. Она достаточно большая, объемная. Вот эти вот косметички тоже не маленькие. Посмотрите, какие они. И они идут еще и на липучке. То есть при желании, например, вот приехал куда-то, что-то осталось висеть, можно отнести в ванну. Что-то оторвать и как косметичку положить на стол. То есть настолько походный вариант, удобный. Ну, вот прямо до каждой липучка отрывается. Это просто чудо. На самом деле это то, чего у меня не было. И как мне Оксаночка написала в личку, что когда последний раз я ездила в гости и показывала свою дорожную косметичку, ну то есть обычную мой чемоданчик от Mary Kay, он мне не очень был удобен, она обратила внимание, что мне такая вещь понадобится. Оксан, ты угадала. На самом деле очень было приятно, что ты не просто подарила мне то, что мне понравится, а то, что мне еще и необходимо. Вот такие интересные замочки, они еще зафольгированы, так закрытые, Mary Kay написано на них. Я еще не отошла от последних посылочек от девочек. Мне же от Mary Kay совсем недавно Татьяна из Тюмени присылала. Кстати, Оксана с Татьяной почти соседи, если можно так сказать. Обе девочки с севера. И получается, как бы я продолжаю знакомство дальше и глубже с Mary Kay. И это очень-очень приятно. Оксана, огромное тебе спасибо за эту косметичку. Она настолько в тему и настолько нужная. Плюс она еще вся в сердечках. Прямо очень приятно. От Mary Kay ко мне пришло несколько средств также. Давайте я вам покажу первое. Это вот такая маска. В Mary Kay, чем мне нравится, у них очень стильная упаковка. И почти все средства выглядят похоже.
Ни одного слова нету на русском языке сзади, но я об этом знала, потому что когда-то была сама представителем. 85 грамм в маске. И вся информация написана вот на таких вкладышах. Я уже знаю, что эти вкладыши выкидывать нельзя, и все можно увидеть в них. Это увлажняющая, обновляющая гелевая маска. Для всех типов кожи, от сухой до жирной. Обезжиренная, не содержит ароматических добавок, никомедогенна. Вот такая она. В общем, ее можно наносить на ночь. Ненадолго, так, кажется, на 10 минут. А можно вообще наносить и оставлять на всю ночь. То есть можно вот и так ее использовать. Видно применение. Если интересно, поставьте на паузу, вдруг кого-то заинтересует. Вот, то есть вот эту штучку я оставлю, потому что информация интересная и нужная. Следующее, что было от Mary Kay. Так, я сейчас кое-что тут отложу, чтобы не шуршать. Следующее, что было от Mary Kay, я уже пройдусь до конца, это декоративка. Девочки, ну все знают, что декоративка и я, это вещи неразделимые. Посмотрите, что ко мне приехало. Это помада от Mary Kay. Я помаду такую люблю. У меня была такая одна помада, но в другом оттенке. И также из этой серии, вот мне Танюшка из Тюмени не так давно, ну, буквально вот в этом месяце, присылала два пробника тоже вот этой серии помады, только розовые. Так, если интересно, какое тут название, сейчас я вот так покажу. Можно найти название. Ну да, тут, наверное, вот оно точнее. Это если, чтобы не искать. И давайте я вам покажу, как она выглядит. Кстати, очень интересно открывается. Видите, они как пульки. Тут стекло, на это стекло надо нажимать. Помада вылетает, но она не выпадает, она зафиксирована. То есть дальше нужно выщелкивать. Очень удобная. Вот так выглядит помада. Выглядит она такой коричневый с краплениями. Вот, наверное, сейчас вот видно, да, что как будто там такие блесточки, вкрапления. Но на самом деле, сейчас я вам покажу, как она выглядит. Она не яркая, видите? То есть, если бы вот она была яркая такая, она бы мне, ну, только если растушевывать, подошла бы. Но тут она ложится так глянцево, полупрозрачно и очень-очень красиво. Такой цвет рыжевато-коричневый, он очень хорош на загар. Вот давайте побольше выкручу. Вот она, весь стик. Вот такая отличная помада. Мне очень нравятся текстуры вот у этих помад. Вообще у Mary Kay помады отличные. Вот эта серия, она не дешевая, я это знаю. И отличная серия. Ну и также... Я не могу, обожаю я тени. Это вообще моя слабость. Тоже вот такие были тени, 3 грамма. А, такие рефилы. Давайте покажу, может быть, название кто-то увидит и сможет прочитать, где оно есть. Может быть, вот это. А тут, может, вот название, наверное. Или вот тут. Вот, нашла. Вот такое название. Очень удобно у них упаковываются рефилы. Можно покупать, конечно, магнитную палетку для вот этих рефилов, а можно просто хранить вот в этой пластиковой. Вот, видите, вот такой рефильчик. И он тоже тут сзади есть название, и вот тут вот магнитик. Вообще отличные. Вы посмотрите, какие цвета. Я же дама блестящая, уже это знает весь YouTube. Очень красивые цвета. Вот в этот я просто влюбилась. Он такой серый, какой-то... Ой, я не знаю, вот этот какой красивый. У меня аж дух захватывает, когда я вижу тени. Вот такие замечательные. Сейчас я каждый перенесу. Цветопередача у Mary Kay. Это сногсшибательная. Посмотрите, я ведь по чуть-чуть совсем повозила. И посмотрите, и на пальцах еще осталось. И передается вообще отлично. Супер вот. И какие цвета.
Вот этот вот цвет матовый, его хорошо оттенять. Ну, а это вообще красота. Очень красивый, прямо очень. Оксана, огромное тебе спасибо, настолько угодила. Так давно я не приобретала, уже полгода она не приобретала себе никаких новинок теней. А, ну нет, вру, в Орифлейме я не так давно купила, я уже забыла. И вы его не покупала. Ну, в общем, вот такая красотень. Видите, меня от радости даже память перекрыла. Так, сейчас упадет. Нет, выстоит. Дальше. Дальше было несколько средств от Ифраше. Вот этот гель для душа, кремовый гель для душа, с кокосом, с ароматом кокоса. Так, как он называется? Плезир Натюр гель, крем для душа, малазийский кокос. Я очень часто видела у девочек в ролике, но именно кокос ко мне не попадал ни разу. Я его не тестировала, но девочки так описывали вкусно, что мне все время хотелось попробовать. Оксан, спасибо, наконец-то он у меня теперь есть. Сама я, если честно, не делаю заказы. Ой, какой вкусный. В Ифраше, потому что, ну, несколько компаний я по деньгам не тяну. И поэтому решила, что с Ифраше я вот буду пока дружить вот постольку поскольку, когда он ко мне попадает. Но вот ко мне попало то, что я хотела. Оксан, спасибо. Вот реально очень-очень классный. Далеко я его надолго прятать не буду в запасы. Он у меня совсем скоро, вот, ну, наверное, осенью уже пойдет в использование. Потому что я кремовые люблю в прохладу. Мне прямо вот очень люблю в прохладные дни кремовые, теплые такие, согревающие гели. От Ифраше была еще вот такая лимиточка. Это крем для рук. Давайте так поближе покажу. Так, видно название? То я ж не вижу. Это я потом увижу, как называется. В общем, цукаты, да, пряные цукаты. Вот так оно называется. Вообще супер такое. Апельсин и корица. Вот так вот он. Смотрится, выглядит, ну, такое чудо, такая прелесть. Тоже вот совсем недавно было это все новинками в Ифраше. Спасибо, Оксаночка, огромное тебе спасибо. Я прям еще в эмоциях. Я их как могла притушила, чтобы, ну, на камеру сильно уж не пищать. Но на самом деле они захлестывают и очень-очень приятно. Прям вот сердце ликует и пляшет. Девочки, еще было. Еще были сыворотки. Мне не так давно присылали на обзор несколько средств от фирмы Шерри. Шерри. Или Шерри? Забыла. Шерри. Они мне очень понравились. Там была сыворотка. Но мне Оксана прислала от этой фирмы другие сыворотки. Вот не та, которая была у меня. А она мне говорит, я тебе пришлю еще, чтобы ты попробовала другие. В общем, вот эта сыворотка для лица, шеи, декольте, лифтинг эффект. Вот, видно. Она хороша, вот эти вообще, вот эти сыворотки. Хороши под маски, под крема. Они усиливают эффект вот любого, в общем, любой такой уходового любого средства. Входит фильтрат улитки, коллаген, морская вода, масла макадамии, подсолнечника, манго, экстракты корицы, шлемника байкальского, хиноки, орегано. Ой, вообще тут и белая ива, портулака белой ивы. Вот какие тут ингредиенты. Буду с огромным удовольствием пользоваться, потому что сыворотки я оценила, кстати, совсем-совсем недавно, уже будучи на YouTube. Я вообще не знала, для чего нужны сыворотки, и то, что они усиливают действие кремов, я об этом не знала. Но теперь знаю. Сыворотка клеточное омоложение. Вот такая вот. В нее входят стволовые клетки хризантемы, гиалуроновая кислота, экстракты. Ну, в общем, давайте я вот так вот поближе. Что я мучаюсь, читаю. Тут, в принципе, дальше названия похожие, как и в той. Главное, вот начало. Тут, видите, стволовые клетки хризантема, а там улитка была. Вот такая вот красота. Одной вот этой вот саше, одного саше хватает на несколько раз. Тут достаточно много находится продукта. И, ну, это хорошо.
буду пользоваться. У меня еще есть пара масок этой фирмы. Буду усиливать маски тоже именно этими сыворотками. И контурная подтяжка, сыворотка для лица, шеи и декольте. Они все для лица с шеей. И входит, давайте вот так тоже поближе покажу, золото, гиалуроновая кислота, коллаген и дальше вот такие экстракты. Очень замечательные сыворотки. Ну, как я, которую я использовала, мне не очень, она очень понравилась. Уверена, что эти тоже настолько же хороши, поэтому буду пользоваться. Ну, а в пустых баночках уже, конечно же, я расскажу о них. Очень красивые, позитивные, даже упаковочки такие разноцветные. Спасибо тебе, Оксаночка, огромное вообще. И удивила. Я думала, ты бандерольку пришлешь, когда ты мне сказала, что жди посылку. Ну, прям неловко, если честно. Ну, давайте я вам покажу, что же пришло к Максимке. Когда меня Оксана спросила, кушала ли я, видела ли я кедровые шишки, я сказала, да, видела шишки. Мне даже дарили шишку кедровую лет 5 или 6 назад. Она говорит, ну и как тебе орешки? Я говорю, да ты что, у меня рука даже не поднялась, и мозгов не хватило, что оттуда надо выковырять орешки. Не, ну я знаю, что они там есть, но это же сувенир, это же шишка с орешками. Она у меня до сих пор лежит в сувенирах. Она говорит, ну поняла, тогда будет тебе кедровая радость. Вы посмотрите, что ко мне приехало. Тут записка, что это для Максимки. Оксана мудро поступила. Она не стала посылать шишки, которые мне жалко. Она прислала вот такое количество кедровых орехов. Вы представляете, это сколько питательных веществ у меня Максимка слопает, пока он их кушает. Потому что орехи это, ну, тем более кедровые, для нашей местности это такой дефицит. И я вот говорю, я в своей жизни один раз, может быть, два ела эти орешки. Ну вот шишка у меня хранится. А Максимка не ел никогда. То есть он будет только пробовать. Спасибо тебе, Оксана, огромное. Ну реально угодила и настолько удивила. Я когда увидела пакет в коробке, у меня первая мысль была, что ты Стёпе корма купила и прислала. Потом поняла, что ой, да это же, говорю, орешки. А мне показалось, что типа корм для котика. Спасибо. Ну это шутки, конечно, я... Шучу. Ну нет, не шучу, я правда так подумала. Это я правда говорю. Была вот такая открытка. С другой стороны не покажу. Там письмо. Спасибо тебе, Оксана, огромное. Очень похожи эти цветы на сирень. Ну а зайка это вообще чудо какое-то. На Максимку похож. Тоже такой белый пушистый с карими глазками. Я его зайкой называю. Спасибо тебе за теплые слова, которые ты написала в этой открыточке. Сейчас я ее вот сюда... Но это еще не все, я еще не прощаюсь. Сейчас еще кое-что покажу. Просто мне хотелось, чтобы зайчик с нами побыл тоже какое-то время. Ну и давайте покажу, что же Максимке приехало. То, над чем он так пищал, я его сейчас не взяла сюда к себе показывать эмоции. Потому что не всем нравится, что ребенок тоже в кадре. Я решила часто уже его не показывать. Но на самом деле радости не было предела. Ну, кто смотрел обзоры моих посылок, когда девочки прислали Максимке ластики, как он пищит и радуется. Ну, вы представляете, как он радовался сейчас. Вы посмотрите, какое чудо. Нашу коллекцию ластиков пополнили. Вот такие работы. Я не знаю, мне кажется, это вообще творческое уже какая-то... Ну, чудо, это реально просто чудо. Максим сказал, из пакетиков не выну ни один. Он очень жалеет, что первые ластики он вынимал из пакетов, теперь говорит, не выну. Потому что они, чтобы не пачкались, не портились, не разваливались. Достану, поиграю и обратно засуну. Вот такое чудо машинка. С колесиками, посмотрите, даже колесики из резинок, из ластиков. Вот такое чудо приехало. Ну, вообще, счастью ребенка нет предела. А это чудо. Да, посмотрите. Это вообще прелесть. Да еще и с ножками. У нас уже тоже определенная коллекция. Вот, ну, сейчас давайте достанем, посмотрим. Уже несколько таких вот есть ластиков, которые тоже идут с ножками. Ножки вот эти шевелятся. То есть это можно все ставить на ножки. Вот.
Вот, смотрите, какое чудо. Ну, реально, настолько это классно, настолько это интересно. Вообще, ну, просто чудо какое-то. Вот такой вот. Кто это? С рогом. Носорог, наверное, какой-нибудь. В общем, какое-то такое крупное животное. Сейчас покажу еще одну прелесть. Тут вообще очень интересно оформлено. Вы посмотрите, мордочка. Это не на ластике, это на пакетике. И ушки тоже нарисованы на пакетике. А сам ластик, вот он там внутри. Его открывать Макс категорически не разрешил. Говорит, иначе мордочка испортится. Тут такое чудо. Вот прям вот видно, что вот мордочка нарисована, глазки нарисованы, и ушки. И вот там сам вот этот вот ластик. Вот такое чудо. Так здорово придумали. Ну и вот такое чудо еще приехало. Это вообще сплошной позитив. Мы точно с такими же моськами заглядывали в посылку с Максимкой. Вот так же улыбались и очень-очень радовались. Ну, вообще, я сама не могу наглядеться. Чудо, просто чудо к нам такое большое приехало. Целая посылка радости и декоративка, как я люблю. И гель для душ, и крем для рук. Косметичка, которая мне, ну, реально была нужна, но я пока не получалось что-то у меня купить. Ну и Максу, его коллекцию ластиков пополнили. Сегодня мы тоже попали в магазин и тоже нашли новые ластики. Еще пополнилась коллекция. Ну, и вообще нашу коллекцию пополнил, я не знаю, пол России уже, потому что столько девочек прислали, в своих городах нашли вот такие вот классные вещи. Вообще у нас коллекция просто собранная с большой любовью от многих людей. Настолько это интересно. Это просто уже ютубовская какая-то коллекция, а не наша личная. Вот из таких чуд. Если кому-то интересно, коллекцию ластиков можно, конечно, еще обновленную показать. Я ее показывала раза два уже с Максимкой. Но мне кажется, будет интересно, если ее показать еще и обновленную. Ну, если интересно. Ну и был вот такой вот пробник. Это мужская водичка. Я дам мужу потестировать. Тоже от Мэри Кей. Вот такой вот. Оксан. Это просто чудо. Я знаю, что Оксана посылала это не одна, со своим сыном. У нее сын Женечка. И Оксана, и Женя, вам огромное-огромное спасибо. Вот большое-большое вам спасибо. Столько подарков, столько добра, тепла и любви. Мне кажется, вот эти сердечки с косметички, они просто выпрыгнули из этой коробки прямо к нам в руки. Настолько это было тепло и приятно. И я не знаю, ну, просто нету слов. Спасибо, что ты все это прислала. Приятно, что девчонки балуете нас. Хотя уже, если честно, очень-очень неудобно получать подарки, посылки, потому что в ответ подарить такое количество, ну, понятное дело, я не в силах, посылок действительно приходит много. Ну, очень приятно. Вот, честно, вот от сердца очень-очень приятно. Спасибо, что и ребенка балуете, и меня не забываете, балуете. Очень приятно. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо, кто порадовался со мной. Оксана, Женечка, огромное вам спасибо еще раз. И всем пока, до новых встреч.